для китайского микрофона и для переходника DJI Osmo Pocket заказывал вот такой вот тройной переходник, который позволит направлять микрофон куда угодно, который под 90 градусов. В принципе, сейчас я покажу, как это будет выглядеть, как это в сборе будет выглядеть. Следующим образом: достаем переходничок, для DJI Osmo Pocket важно знать, какой должен быть микрофон. Под мою камеру идет микрофон с тремя контактами, а не с четырьмя, как для телефона. То есть, когда мы вставляем, у нас получается микрофон особо сильно не направишь никуда. Звук попадает сюда, то есть слышные шаги при ходьбе лучше, чем речь. Теперь мы ставим переходник, включаем и можем регулировать звук, откуда нам надо, куда хотим. В принципе, вещь удобная, стоит копейки. Это лучше, чем брать разъем, допустим, там удлинитель Type-C, и потом его как-то гнуть. Ну, самый простой переходник для камеры DJI Osmo Pocket. В общем, кому было интересно, поднимаем пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем пока!